Это что? Андрой, дайте. Ой, блядь. Танчики кто? А как ты скинул? Три. Нежить. Поставить шаман три. А, нежить. А да загрите. Один просто. Смотрите, пожалуйста. Да, это хэм. Поэтому без звездопадов, пожалуйста. А скажи, что еще делать, потому что тут некоторые первый раз есть такие. А, так, ребят, из РДД кто-то первый раз есть? Да, сова. Ну, я сам в РДД никогда тут босс этого не бил, но в целом ситуация такая. Босс время от времени кидает черную такую плюху. Нужно будет выходить из того места, откуда он будет кидать, и потом сбегаться обратно. То есть он просто рандомного человека ее кидает в рейндж группе. И надо делать так, чтобы постоянно, короче, это место было одним и тем же, чтобы всегда было удобно людям другим выбегать. Плюс будет метка без дикого. У вас, если ДБМ есть, то у вас прямо заорет, то, что у вас метка без дикого. Пока она на вас находится, вы дамажите всех вокруг. Поэтому нужно резко выбежать из рейда. Чем дальше вы будете стоять с этой меткой и дамажить других, тем больше урона, тем больше ХП вы отхилите боссу. Вот, это что касается этой фазы. Вот потом, когда будет следующая фаза, то есть тут будут появляться такие зеленые пары, они через некоторое время соберутся в моба. В этот момент босс станет неуязвим, и надо будет зафигачить моба как можно быстрее. И смотрите, в чем прикол. Пока мы будем бить моба, на нас будет настакиваться увеличенный урон от темной магии. То есть если вы словите плюшку темную на уже второй фазе, это ваншот, по сути. Вот вам поставили метки, кто не знает, вот допустим мы стоим в звезде, перебегают в трусы или в печеньку. Это когда летит теневое копье. И вы кастеры не кастите. То есть пока не кинется лужа, вы ставите в эту лужу, только тогда бьете. Иначе вы сидите без по мане. Да, ну, мало ли так. Да, тут мана не регенится, а вот эта черная лужа позволяет... меньше тратить маны на заклинания ваши. Интеллект маги бафните, пожалуйста. Все, главное, ребята, не ауеши там совы всякие, чтобы вот эти зеленые пары, которые будут летать, вы их не разбили. Все стоят звездочки. Лужа кидается в звездочку. Когда она кидается, мы отбегаем вправо или лево, то есть кружок или треугольник. Как только приземлилась лужа, вы сразу становитесь все в звездочку. Никуда, ни вправо, ни влево, только в звездочке. Опять кидается, опять по бокам. Метка кидается, сразу же блинк, ТП назад. Назад, назад. Развернулись назад, отрыв, там, все дела, быстро выбежали на нас. То все. Следите больше по ДДМу, по таймеру метки смерти, ну, которая безликого. Чтобы да, не шаманы. Было. У вас есть элемы или крадели шестова? Есть? Рейслин в лема давай. Давай боёк в лема. Спекайтесь. Отпивайтесь, вам, блядь.
Все, давайте готовность. Отпивайте, если вы тут не сможете. Дай им рыбу. Нет, у меня тоже нет бафорбы. У нас количество, которое в мире должно стоять, хватает там? Так, сколько у нас там получается? Хватает, у нас РДДшек больше, чем миллик. Можно там рыбу? За ней тоже должно быть то ли 9, то ли что-то такое. Нет, поровну должно быть. Это что? Хавтер бы слева стоит. Там плюс хулипал будет с ними, все нормально. Это очень легкий босс, он за них вход. Мы, скорее всего, стопать даже будем. Все, все готовы, давайте. Еды, настой выпить. Куда? Да, там кого нету. Мучачий, Карделыч, настой. Есть, ну все хорошо. Давайте, чёт. Дайте вначале набрать огром. Пока не бьем РТД. Вот, видите, прилетела плюха. Понимаю. Ровно в звезд. Вот такой метод зорей. Ушли. Тягиваем. Пенанс ушел назад, назад ушел. Долго очень реагирует. Метка 5 секунд. Айспук, выбегай. Выбежим. Кота, кота. Ушли. Базука, базука свели. Блин. Миля, осторожно, пара рядом. Все нормально, вышли. 30 секунд. Метка приготовили. Ушли. Save song. Портал. Да чё, блять, ровно в звезде. Стойте, я вас умоляю. Все, сейчас дайте нагреть. А, да. Ушли. На второй уже.
Гера, да? Все, Гера, погнали. Уж. Реслина вышла. Реслина ушел от нас. Вышли. Метка приготовились. Зуб. Ушли. Ушли. Метка, базука. Базука. Ушли. И что, будет меч еще один? Ушли. Ну почти. Два кольца. Колечко на палец, кольцо. Куча своя. Сань, ты тут? Объясняю пока ребятам, что делать. Ну, пока я вот смотрю, кого мне в портал с собой взять. Ну, типа, там в комнате ничего сложного нет. Просто бегать боком, убивать щупальца и бурстить мозг. Так вот, как раз таки от этого все и зависит, насколько быстро мы... Надо кого-то не в кого. Не, можешь, в принципе, остаться... Тут три хила головы. Олег и Резник, это у нас Элима, да, ведь? Нет, я Энх, и он Энх. А, отлично. Какой-то свой. Так, а кто у нас сова? Этот, Тыма? Тыма, Мума, в кот. Он кот, да? А испуг сова. Ну, я первый раз. Да это не важно особо. Ну, короче, ладно, вроде более-менее... А, хотя... Да, все, сайкер тоже нормально, все отлично. Так, сейчас, ребята, короче, в Дискорде есть картинка с порталами, с номерами. Сейчас буду говорить номер. Все, кто вот в первой-второй группе, сейчас очень внимательно обратите номер свой, который у вас будет портал. Вам нужно будет заходить в него и в дальнейшем проводить некоторые манипуляции в комнатах, которые у нас будут уже в дальнейшем на
когда мы зайдем в эти порталы. Сейчас я сам эту картинку открою. Эта картинка в Дисе где? Вот Рейдинг. Я сейчас сам ищу, чтобы сказать вам. Да, танк один. Все в одном танк. Все локи в Афликах спекаются. Рейден Фа там повыше, вверху почти. Да-да-да, вот вижу. Ну, в общем, по порталам смотрим. Паузер первый, Олег второй, Зуд третий, Тымаму четвертый, Зандазина пятый, Алекса шестой, Айспукер седьмой, Мучачер восьмой, Сякер девятый, Резник десятый. Посмотрите на картинку, где находится дверь, и всегда будьте готовы, то, что вам нужно будет добежать до портала. Времени терять вообще нежелательно. Я буду объявлять за 10 секунд до появления порталов, и за 5 секунд. Вам нужно будет за это время добежать до портала и быть готовым, ну, уже, типа, делать действия в комнате. Все нашли картинку в рейдах инфа? Там в рейдер инфа, и чуть выше надо будет промотать, там несколько видео спустя, там будет эта вот картинка. Второй лек. На картинке 10 порталов. Десятый стоит на 11 часов. Да, боёк, давай в хило. Все нашли картинку, ребят? Ну, если молчите, значит, все нашли. Все хорошо. С порталами это первая часть. Когда мы тэпнемся в портале, нас будет ждать одна из трех комнат. В этом же канале, в Red Info, вы можете их видеть. Это либо комната Рыцаря Смерти, либо Штормград, либо Драконий Погост. Сейчас смотрите. Если у нас пробка Драконий Погост, мы распределяемся на две группы. Нет, даже на три. На три давайте. Короче, смотрите. Паузер, я, Лек налево побегут, если это будет либо Штормград. Ну нет, вообще в целом. Короче, если любая из комнат, давайте. Паузер, Лек, я налево. Зуд, Айспук и Лекса, вы на, либо на дальних, если это Драконий Погост, либо Штормград. Ну и в целом посередине там тоже будет, где Рыцари Смерти, там тоже будет пачка прямо напротив комнаты. То есть ваша главная задача — добежать до центра и фигачить все, что видите. Лекса, с собой внимание обрати на Айспука, когда он будет в комнате с черными рыцарями. Его будет очень сильно дамажить, так как он будет фигачить все паки, которые там есть. Так, Паузер, Лек, я налево, Зуд, Айспук, Лекса на миду, Резник, Сякер, Мучача направо. И кого я оставил? А, Тымаму. Ну, Тымаму давай тогда тоже направо. Я думаю, слева мы должны справиться с Паузером. Смотрите, пожалуйста. Все, ребят, главное, смотрите, если вдруг по какой-то причине Велима... Рейслин, нет, давай в хиле оставайся. А зачем нам 5 хилов? А, окей, ладно. Давай тогда в Трипка прохиливается, но можно этого спекнуть боёк. Ну окей, давай валим тогда. Вот, все, ребят, валим. Это единственный момент, смотрите, если по какой-то причине портал не просрали, да, там не добежали, упали, вас там законтролило, скажите об этом, чтобы хоть кто-нибудь мог зайти в портал вместо вас, если там кто-то рядом стоит. И называйте номер его. То есть, допустим, там, типа, Мучачер не можешь, там, говоришь, о, Мучачер не могу, восьмой портал, кто может, типа, заходите. И все, там маг, либо лок. Там, по идее, портал просто останется, если кто-то не сможет. Да, да. По идее, зайдут. Да, вот он останется, вот ты, главное, сообщи то, что, типа, его можно занимать другим людям,
то, что там тебя не схватило щупальце, ты там где-нибудь не заблочился большим щупалом и что-нибудь такое подобное. Вот, смотри, Зуд, твоя основная задача какая будет? Когда мы все щупальца в порталах убиваем, там в целом что-то около 10 их будет, 9, тебе нужно будет дать стаю, чтобы мы добежали до мозга быстро. Так как мы в основном, типа, когда все это дело сломаем, мы побежим обратно к двери, чтобы идти фигачить мозг. Ну и вся суть в том, что мы бьем мозг, пока у нас есть время. Там нам дается минута на нахождение в портале. Вот за эту минуту мы должны вдамажить как можно больше мозг. И ближе, когда она будет уже заканчиваться, нужно будет выйти через порталы, которые будут слева, там, справа от мозга. Если не успеваете выйти, вас заинкашат до конца боя, поэтому это очень критично. Поэтому за 5 секунд до выхода из портала я объявляю, ДБМ объявляет. Нужно будет резко нажать на портал и выйти из него. Черепа, ну, черепа надо как-то по-особому вставать. У них рейндж, насколько помню, не особо такой прямо жесткий. Ну, что-то где-то около 35 метров типа фигачит. Ну, в любом случае, я думаю, там поможем, если что. Все, в принципе, от обычки ничем не отличается, только тем, то, что нам нельзя будет хилиться от здравомыслия, поэтому за здравомыслием следите, ребята. Нас не будет спасать Хадир, который вкидал нас в ледышку, если мы умираем, и у нас чаще. А, ну и всякие дебафы на мобах не будут появляться от Мимирона. Все, все остальное все то же самое, просто нужно будет фигачить. Ну да, а что нет-то? А как он еще? Рассудок. Все, ребят, рыбу... Ну, все, я уже поел. Это... Кулак рибахните, пожалуйста. И все, давайте, готовы на снопу. Да это по жизни не терять рассудок. Все, все готовы? Давайте, пойдемте. Милики, фокус возьмите Сару, чтобы, если она вас кастовала там этот повышенный урон, может, надо было бы выйти сразу из-под нее. Может, вы будете за кружочком? Мучачер, выйди из мили. Обходим это. Идем Все, ко входу отводи моба этого. Ну и все ко входу тоже давайте. Коя, кто? Быстро. Вот. Все, еще пальцы убивайте. Диспельте его. Милики, наши щупальца вон там, далеко.
До портала пока долго, там еще 40 секунд, поэтому бейте пока. Снимите замедление. Меня прям под это. Рискни, пожалуйста, сейкер меня. На ком кейсе портал... пошли за мной. Сори, заходите. Остав за мной. Кейстиком. Кто-то не зашел, да? Кто не зашел, скажите, пожалуйста, об этом. Все, ставим. Вот, петь. Все, сейчас 6 секунд, ребята, пытаемся выходить. Выходим. Ну там еще пол. Сорян. Бейте сову. Бейте. Вместо совы давайте, не знаю, кто там. Кто-нибудь из локов. Лема. А, Лема, какие локи? А обязательно Лема пускай заходит. Кто Лема в комнате? Порталы 5 секунд, ребята, смотрим портал свои. Пошли большой обитель, РДД. Такая же выбить. Комната. В один, по-моему, не зашли, в мой. В седьмой. Не зашли. Ставлю, Хан, не забывай про так, ставлю. Я ум. Ужаснить, Хан. Бьем пока. Ты, маму, как только выйдем из портала, дай БР Ханту. А, подожди, он в комнате умер. Ну и че, его выкинет сюда. А, отлично, все. 5 секунд, пытаемся выходить. Щуполки бьем пока что. Порталы 15. 10. Давайте к своим порталам и там подходите ближе. 5 секунд. Не спальните, пожалуйста, портал около своего стрим второго. Спасибо, что собрал Хант мой портал. Люблю тебя. Ян 3. Ханта убейте. Что, да, не надо, мы не добьете, да? Карты никто не бил. Вот так сейчас. А, так у нас ни ханта, ни, ни этого, ни совы нет, блин. У меня что-то здоровый мысль тоже плохо делось. Выбегайте. А, я не успеваю даже выбежать, лол. Ну, нормально. Давайте падать. Давайте.
Зуд, от чего ты умер-то в этом, в портале? Ну, эти черепа меня убили и оставили мало здравомыслия. А когда второй раз, ну, когда после реса я зашел, у меня было здравомыслия очень мало. Зуд, ты к черепам лицом стоишь, да? Нет, я на стенку смотрел и по стеночке бежал. Хотел как можно больше рейндж и от щупальца к щупальцу подбегал. Ну, в общем, ребят, смотрите, если у вас мало хп в портале, не бейте мобов. Чем больше вы бьете, тем у них рефлектор работает. Поэтому если у тебя мало хп и тебя еще не отхилит, то просто стопни ДПС. А, я теперь понял, почему я умер. Потому что я прожимал перчатки, побыстрее стрелять по ним. Может, из-за этого. Там 66% урона возвращается в виде урона от магии тьмы. Тьма резистится. Ну ты испуг понял как бы свою ошибку. Все. Как бы не просрачивай момент с выходом порталов. Что ты, по сути, у нас вообще там типа козырь. Особенно если падает комната с черными рыцарями, мы ее вообще должны за 20 секунд закрывать. Потому что там просто три жирных пака с мобами, там, блин, в левом мне крутануться, в правом там кому-нибудь еще тоже раздать. А че, из-за лемов никто не был в комнате? Виви был. Ну вон, давай засунем вместо Зода в Виви, если у него проблемы. Рыбаханки. Вместо испуг. Я второй рыбаханки. Да я бы еще остался в комнате. Там, если не получится, то потом поменяете. Окей. Ну потом не потом, короче, два трая делаем. И это, если вы видите, что у вас типа остается 30 секунд и вы бьете мозг, давайте Гера, не думаю. Ну, это я озвучу. Ну, если шаман будет у нас, конечно, там. А, у нас какие-то все отлично, два, все, двоих. Да. И тем более мы можем вам сверху дать Гера. Она достанет до вас. То есть любой шаман может нажать Гера. Конечно, работает. А, нет, кое нет. Собирайте готовность. Ну, у вас сова там только может кое повесить на мозг. Если она не сдохнет. Фласки перепили, а чё без фласок? Конечно, фласки. Некультурный. Все, все готовы, пойдемте. Скоро мы сразимся с главарем этих искр. Некультурно там дверь закроется, можешь остаться там. Марк в кашу. Зука, не лоса хила, блядь. Но он в кашу. И он двигается. Я из-за него лужи заспавнил, ебаная. На пульте. Ну не спам. Ну боже, короче. Ребят, успокойтесь. Двигайтесь нормально. А то никого не сожрут. Просто дайте танку их забрать нормально, не перегревайте. Че? Это у вас моб, скорее. Да, точно у вас моб.
забирай там. Все, вот этого добейте, который был хпшный. Давайте влево отойдем. Щупалку выбивайте. Вначале щупальцу, потом аду добиваем. РДД, пошли большую бить. Вот забейте нам мелко. Куе на большую. Моментально. От луча подальше. Выбейте... Б. Портала 20. Приснить? От меня отбежали. Сейчас кто-то припизнет. Всяко. Рисну. Порталы 5 секунд. Выбейте из этого, из щупальца. Квадрат, сопроводи. Ну куда ты побежал? Сопроводи. Смотрим меня. Наши порталы, смотрим. Рейслин, беги за ним, пожалуйста. Рейслин, братан. Спасибо, ради Христа. Да ёпт. Опять мой портал забрали. Да идите, вашу мать, а. Какой ты номер? Сзади большой. Второй. Бегу. Противоположный. Блин, я прокатил. Кто там? Айспук, подними меня, пожалуйста. Я за колонной прямо здесь слева. Выходим. 10% за раунд. У меня эта сраная прикатья рок еще убила. Дисциплин? Айспук до... И куда ты убегаешь? Вот нахуй ты убегаешь. Портала 10. Со связкой, ребята, стягиваем. Дисплейте, пожалуйста, пожалуйста. Тут разлагаешь. Портала. Че, мне в портал надо. Пошли. Так ты скажи раньше. Меня щупальце взяло. Прям под этот, под луч. Так бей. Бей его. Оно в луче появилось. И меня луч уебал. Моча вчера, это этот. Восьмой портал. Сильно вы. Она сайт спокойная. Готовимся выходить сейчас. 5 секунд. Вот, вот почему с Элисон и Роланда вы били это среднего щупальца? Кого били? Айспук. А, ты маму подними, мучачу. Там может Айспук это сова. Больше профита. Блять, щупальца в текстурах мы не можем бить. Я справа от босса, если что, лежу. Если что, кота проводите до портала. Портал 5 секунд. Кардевич, ресни ру. Большой дом. Там большой дом, аль. Да что меня убивает? Какой звездопад? А все сейчас лагают? Нет. Видимо, испуг.
Готовьтесь выходить. 5 секунд. Выходите. Что там процент? 70. 70? Не, это под... Подпадайте. Мы в Берсу уже упираемся. Не, тут плюс 4. Ну да, согласен. Нифига время тратить. Не, ну я, например, комнаты понял. Ничего там сложного нет. Ну, ты понял. А как? Ну, еще осталось понять пятерым. Что делать-то? Я, видимо, прослушал. Имеет контроль. Почему взял у меня? Ну, не знаю. Может, потому что ты потерял все здравомыслие. Тактику прочитай. Возможно. Не, ну тактику, да, это можно. Перед следующим рейдом обязательно. А то так можно полчаса тебе рассказывать, хуй поймешь. Подойди под лазер просто, не культурный. Мне нужна цель. Чего вы мне килам закинули? Может, кому-то ману там регенить надо будет от тотема? Да, чисто потому что в порталы Лексны ходят. Ты в второй группе был. Ну, могу, типа, поменять. Ну, кому-то, кому ману надо резать, типа. Я не знаю, той же Сове, например. Не, ну Свата в портале с нами. Может, Сову без портала? Портал пойдет. Сова и должна, да, в портал выходить. Я, по-моему, больше руин, чем помогаю. Да, вот. Просто сколько пулов он всегда заканчивал тем, что Старфолом он заливал рейд, а не мобов. Ну, раз он первый раз тут. Так я ж и не против. Проделыч? Ну давай, давай, сейчас, подожди. А, подожди, ты как, хилом хочешь, что ли? Как кот? Не, да, типа, сколько у нас тут? У нас 4 хила здесь. Не-не, просто кто-нибудь, это, вместо СВ, кто пойдет в портал? Да любое тело, он лоб какой-нибудь, который ДПСов ебашит в мозг, заебись. Все. Виви, давай Виви. У тебя получается какой там? Седьмой, да, портал? Седьмой. Да, седьмой. Угу, все. Бафните, пожалуйста, мне. Бабку. Собрание пойдем после битвы. У нас уже времени не останется. Все, давайте готовность. Поставь на себя метку, пожалуйста, призон. Райсин. Все, пошлите. О, бля, меня дропнуло нахрен. Призот, ты тут? Я тут. А это свежий же, Демас?
Может, соберем третий рейд на два босса? В принципе, все онлайн, которые были. Подожди, сейчас это не будем обсуждать. Бейте босса. Не, что потом, после босса, сразу не поливали. Сейчас это не актуально сейчас, Кира. Окей. Люди не могут с лучом сбежаться, алло. Я, ребят, меня из инста выкинуло, короче, махайте босса. Все нормально, Саня, не переживай. Да я не переживаю, я за воротами вообще. Ты стрим включи. Какой у тебя портал? У меня пятый. Пятый портал. Кто-то зайдите один. Скажите мне войс. Сколько я вижу, мой чатчер тоже вылетел. Это еще минус один портал. У мучачи 8 был. Передвигайтесь, плюс. Да. Шпинансфира, заходишь в пятый портал. Какой у тебя был, Саня? У меня пятый. Пятый. У этого восьмой. Вот, да, пятый, восьмой портал. У нас два шипа или один шип, один? Один финанс. Кира, зайдешь ты в восьмой портал? А где он примерно? Слева. Если смотреть на ебало, то с левой стороны. Посередине. Угу, окей. Меня выбить быстрее. Я в щупальце быстрее выбью. Все. Как? Наигрались. Или... Ладно, поднимите его. Дайте баф паук. Резота так. Поднимите. У кого бэр есть? Три друида, ты понял? Нет. Я вижу. Понятно. Подняли, хорошо. Портала 10 секунд, то есть там стали быстрее. Линк, проведите его. У вас два линка вместе. Зуб, а, блядь, сука. Ну подойди ко мне ближе. О, не-не, это я тоже в портал захожу. Прыгай в портал быстрее. Чтоб эта хуйня, блядь, спал. Блядь. Хильтесь, хильтесь, алло. Задохнитесь собственной ненависти. Смертные. Конец близок. Трезот, ты можешь поставить метку на меня хотя бы? Большое добивайте и перемещаемся в правую сторону за мной. Сзади разлагающие. Так, бейте эти три сначала. Чё ты стоишь? Я стою или кто? Нет, Роланда. Подойди ты ближе, я ж не могу хилить людей, ёбаный в рот. Портала 7. Зуб не успел выскочить, поменяйте третий номер. Айспок, иди в портал какой-нибудь, если ты не заходишь. Какой открытый? Быстрее. Третий. Ты шли от меня. Финансхира, живи, брат. Да, он уже в контроле. Кстати, лут поменяй. С
все в этом процессе. Я не вижу смысла дальше биться. Нету двух человек, троих человек. В портал больше некому заходить. И процентов сколько там? 76, 75. Ну да, нахуй надо. 76? Вы что, гоните? Саня, я не думаю, что надо дальше это делать. Теперь, сейчас двое вышло, вылетели просто. Не, ну если что, вы там плюс 4, это сам, плюс 4 бьете. Ну, понятно, что плюс 4, но тут залу попал. Лоу. Но я не вижу, как бы, что там происходит. Если видите, что там все плохо, то падайте. Да там все. Давай быстрее упадем. Лучи, зайдите, пожалуйста. Вот этих зуда, испуга, их не надо в комнату пускать. Пускай сверху почили. Я их поставил в комнату, потому что люди убили. Да, это понятно. Я сейчас... конечно, виноват, но, блин, не успел выскочить. Я предыдущие трай там просто объявляли, а сейчас понадеялся, что объявят, когда выходите. Там, когда это... в цель берешь мозг, когда в цель берешь мозг, на нем есть каст, 60 секунд длится. Я когда... вижу его. Ну, вот, просто прошлые разы, я же тебе еще раз говорю, прошлые разы объявляли, я выходил нормально. В этот раз ты до меня пришло, что нужно выскочить. Ты не надейся ни на кого, ты сам смотри, я тебе объясняю для чего, для того, чтобы ты смотрел сам, понимаешь? Смотри на каст сам. Я понял тебя. И тогда ты будешь не зависеть ни от кого. Когда меня убьет уже, хуя. Подожди, а как это я мог нанести в мозг 250, если я сейчас вылетел? Это первый трай. А, это первый трай, все понял. Как такое возможно? А все там упали, да? Вроде да. А это сейчас. Я предыдущий. Так, что у нас? У нас мучачера нет, вылетел, да, к чертям? Так. Виви, да, ты вместо него на 8-й, да, получается, вставал? Нет, а, 7-й. 7-й, да, все, хорошо. А, вместо айспукера ты на 7-й вставал? А на 8-й давайте тогда, получается... Рейслин, давай ты с нами пойдешь. А напишите, пожалуйста, в рейд цифру своего портала. А то у меня уже 4-й трай, кто-то забирает портал. Ну, вроде у всех все правильно. А чё ещё сидеть до сих пор? А чё, нельзя? Всё, вот трай. А в чем логика? Вы, то есть, вы Фрейю ввели в обычки, а Йогу решили плюс один, да? А чё, времени было до хилища, мы такие, типа, давай попробуем. Мы ещё плюс 4 ещё вайпнулись. А, я понял. Я тебе просто скажу, в плюс 1 сняли хп мозгу больше, чем в плюс 4. Да там вылетели люди просто, вы чё вы? Только в этом проблема, блядь. Ну, не только, конечно, блядь. Не, я больше порофлил, Фрей в обычке били, а йога плюс один. Времени сэкономили, решили йогу просто. Поверили в себя просто. А тут оказалось, что люди так типа не знают просто-напросто. Ну они же сказали, что не первый раз, конечно, они нихуя не знают. Не, ну одно дело первый раз, а другое дело вообще не представляете, что даже черепа на мозге там урон какой-то носят. Ну так кто первый раз хуй с первого раза еще поймет. Никогда никто не поймет с первого раза. Я понимаю, если не читать нихуя, тогда ничего не поймешь. Так, все, Кородилыч зашел, да? Все, пойдемте.
Сару фокус не забывай, медики, чтобы они не скукожились случайным образом. А чего вы еще не пуляете? С одного. Не понял. Ну еще одну мобов сразу. А, нахер. А, в прошлом трое плюс 4 было. Давай. Я так понимаю, вы не били ни собрания, ни Игниса, ни Старкрыла, да? Нет. Да, как-то похуй, тут осколки все равно некому собирать. Хоть один упал, нет? Нет. Нет. За мои страдания можно было бы один и упасть. Вот честь йога 100%. Йога убить надо сначала, блять. Все, последний ад. Че, у тебя, кстати, ванир есть? Я что-то не видел. Давайте потом. К входу давайте все вместе. Все к входу. Сейкер, тоже беги, если тебя сейчас щупальца возьмет, ты там останешься один. От лучей подальше. Портала 20, смотрим, сколько он добежать до них. Суть спалить. Портала 6 секунд. Не разрывайте эту самую... В дверях шаманы. Сзади. В дверях выбейте, в портал заходите. Опять забрали мой. Какой у тебя второй? Опять второй у тебя забрали? Да. Сбегитесь, пожалуйста. А, понял. Ребят, внимательнее по карте смотрите, по часовым стрелкам, как, где у вас там порталы. Не воруйте чужое. Диспульте там. Да, да, я стою, ага. Пытаемся выходить. 6 секунд. 5 секунд. Входим. Тригеньте, саните себя в комнате. Кто там много полутал. Пищите, смертные. Конец близок. 15 секунд портала, ребят. Разбежались по порталам. 5 секунд. Блин. Ухо. КД? Черри, подойди ко мне. Иди с ним, шаман, иди с ним. Иди с Зудом в портал. Уж ты, Гера.
Всяк, ты можешь не хилить их тут. Десять секунд. Шесть секунд. Выходим. Что там проценты? 57. Да. Пиздец. Еще две комнаты, скажешь. Пополните, Санти. По душе. Идите по местам. Да, бегите портала, 6 секунд. Провафлил момент. Там черепок передает. Здесь у меня мальчишка сразу попал. И пошли на другую. Вот, на большую. Это как произошло? Не знаю. Цены не видит. Кого Бэрендж из них? Это у вас там снаружи, что ли? ШП. ШП, конечно. Да. У нас сейчас снаружи. Готовимся уходить. 5 секунд. Уходим. Пошли сзади там свет. Надо было на вот этот трай было ставить, наверное. Зачем? У вас ровно 30 секунд было. Ну вы сейчас хорошо просто комнату прошли. Ну и так. Да вы хорошо прошли. Если у вас ровно 30 секунд, то когда вы бьете босс, то можно говорить было. 10 секунд портала. Ты учи его бить. 3 секунды. Исполните. Дум. Вам сейчас очень быстро надо. Иначе большой. Сейчас, короче, добиваем щупальца. Или мы и Энхи сразу выходите и помогайте с щупальцами. Остальные добиваем эту мозг. Все, нету больше. Нет щупальц? Да, все, бьем тогда. Добей. Идемте ко входу. Все ко входу. Все, выходим. Все, перед лицом собрались все. И отворачиваемся от босса, когда начинают кастовы. Вот, отвернулись от босса, отвернулись. Сова, давай. Отворачиваемся. Я, да, я справился. Милики в мом. Они что, починили его? Он теперь не так часто кастует. Это в десятке часто кастует. 8 секунд. А, только в десятке. Здесь 15-16 секунд где-то. Интервал. Такого здравомыслия мало, можете отойти там, прикинить его, смотрите, чтобы оно не скатилось к чертям. Подведи моба поближе, чтобы плевать можно было. Угу. Он что-то как будто зависает, блять, этот моб.
ГЦ дамась. А, чё, подожди. А, нет, это я просто забыл. Так, что это? Боёк, осколок, да? Осколок, боёк, да? Всё, понял. Тебе спасибо. Мантия. Воин, охотник, шаман. Плеч. Это будет 4-я 226-я шмотка у меня. Зуда. Так что, пойдем третий рейд собирать? Ты же сказал, у тебя нонсет. Какой третий рейд? У меня нонсет в руки, я же говорил. Все, ребят, всем спасибо, разделяйте шмот. Пожалуйста, помолчите все. В смысле, я тебе отдал штаны с тем, что у тебя 4... Ну, у меня 219. И руки нонсет. И какая разница, это пиши ап. У тебя есть 4-8? Есть 4-8. Просто ну а это? Зачем ты так тогда мне линкуешь вот эти вот? Ну типа это заблуждение. Хорошо. Лек, это у тебя 5-я шмотка будет. Верно? Да. Ну я сменю только ноги. А так да. У меня 4-8 есть, но мне нужны ноги нонсетом. У тебя они есть? Да, 226 есть. Мы на стакрылу пойдем? Расход дали или что? Конечно, расход. До 10. 4 до 10. Да я отходил просто. Отходить будет? Или нет? Ай-яй-яй, Олег. Что ты такое пишешь? Плащ. Ну не понимают люди по-хорошему. Что сделать? Я не знаю, рестлинг, ну типа ты или...